Приветствую всех на моей кухне. Сегодня я буду готовить апфелькухен. Это яблочный пирог. Тесто я буду делать в термомиксе. Все поочередно я буду показывать. Итак, для теста мне понадобится мука, яйца, сахар, маргарин или же масло сливочное, потом щепотка соли, разрыхлитель ложечка, ванилин пачка и 4 яблочка средних. Рецепт этого пирога есть в чипе. Вот так вот называется апфелькухен. В рецепте также есть алкоголя немножечко, но я ее не буду ложить, потому что у меня будут этот пирог кушать детки. Так, приступаем. Вначале я буду делать так, чтобы очистить яблочки, нужно от кожуры. Показывать я это не буду, вот так вот только. Потом теперь очищаю серединку. Вот так. Видите? Итак, все, яблочки у меня готовые. Теперь режем на дольки. Итак, открываем крышку термомикса. Нам нужно будет 130 граммов маргарина или же масла. Я уже все это взвесила. Так. Также сахара 150 грамм. Ванилинчика, щепотка соли, так, 3 яйца, а также нам понадобится 1 ложечка разрыхлителя. Я ее смешаю с мукой, вот так вот. Муки нам нужно будет 200 граммов. Все. Теперь закрываем крышку. Также закрываем крышечку маленькую. Ставим термомикс 20 секунд. И скорость у нас будет 6. Готово. Открываем крышку. Так, все спускаем вниз. Так, тесто наше приготовилось. Все. Берем форму. У меня 26. Положила диаметром 26 сантиметров. Положила пергаментную бумагу и сюда даже тесто. Не забываем включать нашу духовочку тоже заранее. Так. Вот такое тесто у нас получилось. Очень хорошее. Теперь разравниваем тесто наше по всей поверхности. Вот так вот. Ума, это стоит? Да, это тесто уже ума помстил. А вот ума сюда сломали, а не ума? Готово. Теперь берем яблочки и укладываем их. Наши вот так вот вокруг. Да, Орлец ты надо тоже сосунуть.
Итак, пирог наш готов. Теперь берем, отправляем в духовочку. На 180 градусов у нас стоит там. 30-35 минут. В общем, так вот. Отправляем в духовку. Итак, друзья, пирог мой приготовился. Вот так вот он выглядит. Теперь возьму я сахарную пудру. Вот у меня уже, ну как она? И посыплю поверх. Ой, как пахнет. Маша уже не дождутся, когда он остынет теперь. Вот такой вот пирог у нас получился. Всех приглашаем на чай или на кофе. До следующего видео. Пока-пока, друзья.